Москва, 1 Сен, Эрспорт, Семен Галькевич. Хоккеист Джефф Плетт является настоящим лидером ЦСКА, клубу посчастливилось подписать игрока, заявил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. ЦСКА во вторник со счетом 5-0 обыграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ. Плетт отметился заброшенной шайбой. Форвард, с которым ЦСКА подписал соглашение после того, как накануне старта чемпионата контракт с ним разорвал ярославский «Локомотив», отличился в 3 из 4 матчей сезона. Плетт, настоящий лидер, боец, нам подвернулась удача с ним, посчастливилось, что мы смогли подписать его, мы очень рады. Что касается тройки Яна Муршака, то они еще ищут свою игру. Против «Динамо» они сыграли мощно, а до этого не очень получалось, сказал Квартальнов журналистам. Здорово, что сыграли на ноль. Просили ребят сыграть активно, и они сыграли. В предыдущей игре в Хельсинки, 0-3, этого не было, мы получили хороший урок от Йокерита, от и доиграющего дисциплинированно и ответственно. Та игра оставила горький осадок, мы с тренерским штабом 2 дня размышляли, анализировали, что нам нужно поправлять, отметил Квартальнов.